Джеймс Райан была великолепная возможность реализовать большинство и свою команду вперед. Превалирует. Лапенко, пас. И вот, пожалуйста, не красота разная, как по нотам разыгранная комбинация. Тройка Эвертон, Петерсон, Лапенко сработала. Сыгранность что надо, показали они. Сумс. Перехватывает шайбу. Хорошая передача. Цветков. Бросок. И добивание. Сорокин. Как сейчас вытащил, а? Sada je Gomer može zabiti gol, to se ne biđa svaki dan, bravo, bravo za Vlade, se vraci ovdje Vlade. Nakon toga su vjerojatno Slavčanici čuli da je Sočio sve u poletu, da su i oni stali, nemaju više za što igrati, da čak jest malo pojačao, smanjio rezultat na 1-3, možda su mogli na 2-3, nisu uspjeli i u ovom trećem periodu nismo previše toga vidjeli, po nekoliko prilika sa svake strane. Щитов. По месту левого инсайда вошел в зону, бросал Костицын. А тут добивание, тут роскошь, правда ведь? Это же гол. А дальше что? Оставление прекрасное. А, это, знаете ли, вратарю надо поаплодировать Бирюкову. В общем, конечно, элемент случайности присутствовал, потому что вот после этого паса Игнатушкина, да, Лагучин попал. Телеги не подстроился, там угол. Давайте еще раз посмотрим. Вот этот бросок. Жарков. Шайба отлетает. И Жарков как здорово делает передачу на свободного Телегина. Каянов. Дает возможности выйти на ударную позицию. И передача, бросок по воротам. Какой момент. Вот это да. То ли в край ловушки, то ли все-таки в перекладине. Макдон мимо не легла. Нет, нет, это Майкл Гарнетт. Вот здесь прекрасно все видно. Майкл Гарнетт.